heaven on earth. Давайте, молодежь. Аллилуйя. Сегодня будет чудесное служение. Бог помнит о вас. Я приветствую всех, кто смотрит нас на Face TV. Спасибо за эту чудесную возможность. Мы также приветствуем зрителей Praise TV, Facebook, YouTube и наших слушателей на радио. Мы приветствуем Россию, Израиль, Америку, Европу, Индию, Китай, Пакистан и Африку. Я приветствую всех. Рад, что вы с нами. Большинство из вас приводите своих друзей в церковь. Это самое безопасное место. Давайте поприветствуем всех, кто смотрит нас в Блумфонтейне. Там собрались тысячи, а также в Йоханнесбурге, Ледибране, Кейптауне, Дурбане, Восточном Лондоне, Джорджи, Кимберли, Мамсбере, Элсбрейк, Стилбай, Полокване, Порт Элизабетта. Я также рад всем, кто пришел сегодня к нам. Передаю привет Анджелине Тедвард, она сегодня с нами. Мы любим ее, она меняет Африку. Это женщина-евангелист, мы гордимся тобой. Она ездит по всему миру, проповедуя Евангелие. В ближайшем будущем она выпустит книгу. Мы этому рады. Аминь. Послушайте, я знаю, что сегодня мы все в масках, но я хочу, чтобы вы посмотрели на своего соседа и сказали: «Я вижу тебя». Не надо говорить так, словно вы видите ошибку. Скажите: «Я вижу тебя». Скажите: «Посмотрите этому человеку в глаза и скажите: „Я вижу тебя“». А теперь присаживайтесь. Первая книга Царств, 16 глава. Я хочу поговорить с вами о том, чтобы вы были самим собой. Вам стоит быть самим собой. Бог не призвал вас быть копией. Вы родились оригинальным человеком. Бог не желает, чтобы вы умерли копией. Я верю, что сейчас на земле живет величайшее поколение. Вы измените этот мир перед возвращением Иисуса Христа. Если вы верите в это, то скажите «Аминь» и прославьте Его. Мое послание весьма простое. Оно называется «Когда люди увидели мальчика-пастуха». Первая книга Царств, 16 глава, 1 стих. «И сказал Господь Самуилу: „Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя“. И сказал Самуил: „Как я пойду? Саул услышит и убьет меня“. Господь сказал: „Возьми в руку твою телицу и стадо и скажи: „Я пришел для жертвоприношения Господу“. И пригласи Иессея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе“. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: „Мирен ли приход твой?“ И отвечал: „Мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению“. И осветил Иессея сыновей его и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: „Верно, сей пред Господом помазанник его“. Но Господь сказал Самуилу: „Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так,
как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Скажите тому, кто сидит рядом с вами, я тебя вижу. Многие люди говорят мне, пастор, меня никто не видит. Я понимаю, что они имеют в виду. Этот парень хочет встречаться со мной, но он меня не видит. Он видит меня, но он не видит меня. Также может быть и у вас на работе или в учебном заведении. Но если вы собираетесь исполнить свое предназначение, то вам нужно понять, кем Бог создал вас, а также вам нужно быть самим собой. «И позвал Иисея Аминадава и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь, и подвел Иисей Самму, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. Так подводил Иисей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иисею, никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иисею, все ли дети здесь? И отвечал Иисей, есть еще меньший, есть еще наименьший вероятный кандидат, наименее талантливый и примечательный, если смотреть нашими глазами. Он пасет овец. И сказал Самуил Иисею, пошли, и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иисей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. Это слова к кому-то из вас сегодня. У вас приятное лицо, вы хорошо выглядите. Вы самое красивое поколение, которое жило когда-то на этой земле. Вы Сидрахи, Месахи и Авденага этого поколения. Бог поднял вас специально для этого времени. Вы будете менять историю и сотрясать этот мир. Вы будете там, где и представить не могли, потому что на вас Божья рука. Он знает, кто вы. Он знает, кем Он создал вас. Он избрал вас во Христе еще 2000 лет назад. И поэтому вам пора подняться и светить, и быть всем, кем призвал вас быть Бог. Во имя Иисуса скажите «Аллилуйя». Сегодня мы говорим не о том, как вас видят люди, или что они думают о вас, а о том, как вы видите себя и что вы думаете о себе. Самое сильное мнение о вас после мнения Бога — это ваше собственное мнение о себе. Поклоняясь Богу, Давид открыл не только Бога, но и себя. В глазах людей он пастушок, а в глазах Бога он царь в процессе формирования. Он кто-то, а не кто. В глазах людей он был не самым умным, не самым подходящим, но он был избранным. И я хочу сказать вам, что вы избранные люди. Вы царственное священство, люди, призванные самим Богом. Вы были выделены из тьмы в Его чудный свет. Вы были избраны Богом для этого времени, чтобы творить историю и менять этот мир. Я не знаю, можем ли мы по-настоящему открыть себя за пределами Бога. Мы никогда не узнаем нашу значимость, ценность и то, кто мы на самом деле, за пределами того, кто нас создал. Я понимаю, что все мы любим приятные слова. Думаю, это поколение зависимо от соцсетей с их лайками и дизлайками. Сколько у вас подписчиков? Это настоящая пандемия. Я понимаю, что сейчас COVID, но у нас также идет пандемия соцсетей, где, как нам кажется, мы узнаем нашу ценность и значимость, исходя из того, что о нас говорят люди. Но не важно, что говорят люди, важно лишь то, что говорит Бог. Если вы еще молоды, то вы находитесь на пути открытия самого себя. Возможно, вы этого не понимаете, но вы пытаетесь понять, кто вы. Вы пытаетесь разобраться, кто вы такой. Наше представление о себе в основном формируется дома. Что говорит моя мама? Что говорит мой папа? Что говорит культура? Что говорит современная система образования? Так я открываю самого себя. Что говорит моя характеристика? Что говорят мои друзья? Что говорит мой парень? Если вы самая классная девчонка в городе, то вы уверены в себе. Если вы крутой парень, капитан команды по регби, то вы уверены в себе. Но вы не можете быть капитаном вечным. Вы не можете быть самым крутым и самым классным вечным. Вам нужно найти что-то более глубокое, чем оценка других людей, чем мнение, которое люди пытаются навязать вам. Вам нужно открыть для себя, кем вас создал Бог. Как Бог сказал Иеремии, «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Павел сказал Тимофею,
твоею. Никто да не пренебрегает юностью твоею. Но будь образцом. Бог сказал Иеремии, не говори, я слишком молод. Неважно, сколько вам лет, потому что Бог не призывает квалифицированных, Он квалифицирует призванных. Аминь. И вы должны знать, что Бог принял вас, оправдал вас, провозгласил вас праведными и назвал вас избранными во Христе еще до основания мира. Аллилуйя. Мнения людей играют важную роль в нашей жизни, но ни один человек не имеет права определять, кто мы и какова наша ценность и достоинство. Ни ваш муж, ни ваша жена, ни директор школы, ни ваш парень, ни ваша девушка, и даже не ваши родители. Иногда люди такое говорят. Слава Богу, я никогда не говорил ничего негативного своим детям, потому что я понимал силу слов. Как-то, когда Анжелик была еще маленькой, мы очень аккуратно подбирали слова к нашим детям, понимая силу этих слов. И однажды она сделала что-то не так. А я сказал, не будь глупой. Она топнула ногой. Она была маленькой белокурой девочкой. Она топнула ногой и сказала, «Папа, я не глупая». Я ответил, «Прости, Анжелик, я каюсь». И прошло уже 20 лет, а я все еще каюсь, потому что за секунду я мог разрушить целый мир, сказав какую-то глупость. Это было слишком беспечно. А теперь подумайте о Давиде. Пророку показали семерых сыновей, а он спрашивает, а есть еще кто-то? Представляете, вы выросли в семье, где вы никогда не были первым. Вы не были первым в спорте, в оценках. Очень часто люди оценивают лишь то, что видят в табеле с оценками. Но Бог не такой. Бог видит вас. Он видит, кто вы на самом деле. Он видит вас того, кого Он предопределил. Бог видит ваш потенциал. И кем вы можете стать? Правда в том, что ни один человек не в силах показать вам, кто вы на самом деле, какой у вас по-настоящему потенциал, достоинство и ценность. Если мы даем кому-то такую власть в своей жизни, то мы подвергаем себя опасности контроля, эксплуатации и манипуляции. Иными словами, если нам хорошо только тогда, когда люди говорят о нас что-то хорошее, мы открываем себя для эксплуатации. Например, так вас могут использовать в разных ситуациях, но при этом люди не видят вашей истинной ценности. И вы теряете себя, когда начинаете карабкаться по лестнице того, что может принести вам счастье и успех. Вы хотите, чтобы вас увидели и заметили. Вы хотите получить признание. Да, мы нуждаемся в принятии. Но даже если никто не хвалит и не принимает вас, знайте, что вы уже приняты, призваны и избраны. Вы оправданы Богом небес. Аллилуйя! У нас есть будущее и надежда из-за того, что о нас говорит Бог. Если вы верите в это, то можете вскочить с этого места и воздавать Богу непрестанную хвалу, потому что запомните, что люди фокусируются на том, что они видят, а не на том, кто мы на самом деле. И они относятся к нам соответственно. Бог фокусируется на том, что никто не видит, на нашей истинной ценности, и Он относится к нам по-другому. Что видели люди, глядя на Давида? Лишь только пастушка. А что видел Бог, царя? Что видели люди, глядя на Иакова, обманщика и мошенника? А что видел Бог, князя или принца? Аллилуйя! Воскликните громко «Аллилуйя!» Ну, давайте же. Что видели люди, глядя на Симона Петра? Они видели тростник того, кого носит в самые разные стороны. А что же видел Иисус? Он видел камень, он видел того, кого он использует для строительства церкви и создания крепкого основания для христианства. Что видели люди, глядя на Гедеона, самого маленького, самого слабого? А что видел Бог, могучего воина?
Даже в укрытии Бог разглядел могучего воина, Бог не смотрит на внешность, и Богу не нужно чье-то мнение, чтобы выбрать вас, потому что Он выбрал вас еще 2000 лет тому назад. Богу не нужно признание того, что Он делает со стороны других людей. Он может призвать и назначить вас Сам. Он может вас послать и поддерживать вас. И Он никогда не оставит и не покинет вас. Он помажет вас прямо перед вашими братьями. Он помажет вас даже в тюрьме или в яме и переведет вас во дворец в свое время во имя Иисуса. А почему же так важно знать, кто вы? Потому что если мы не знаем, кто мы не знаем, на что мы способны. Вначале быть, а потом делать. Вначале я есть, а потом уже я могу. Мне нужно знать, кто я, но не то, кем вы меня считаете. Или моя мама, или мои учителя, или другие люди. Мне нужно самому разобраться, кто я. Потому что перед тем, как исполнить предназначение, нужно узнать свою идентификацию. А как Бог видит вас? Смотрит ли Он на ваши недостатки, промахи и ошибки? И что Бог приготовил для вас? Какой у Него план на вашу жизнь? Неужели? Ваша жизнь зависит от того, насколько богатым будет ваш муж или жена, чтобы мы могли добиться чего-то в жизни. Вам действительно нужно переспать с начальником, чтобы получить эту работу. Неужели? Вам обязательно продаваться этому миру, чтобы быть популярным? Неужели вам обязательно делать то же, что и все? Нужна ли вам земная популярность для того, чтобы вас приняли на небе? Друзья, если с вами Бог, то вы уже победитель. Если с вами Бог, то вы уже большинство. Когда Бог на вашей стороне, вы не можете потерпеть поражение. Вы будете победителем. Вы обязательно достигнете успеха. Мне нравятся те истории, которые я слышу в нашей церкви. К примеру, один гитарист хотел быть доктором, но не мог из-за определенных политических вопросов. Он учился в колледже, а потом пошел работать, но когда ему было 26 или 27 лет, он начал изучать медицину, потому что он понял, что именно к этому призвал его Бог. Неважно, что говорите вы или система, неважно, какого цвета моя кожа, если Бог запланировал это для меня, то задержка — это не отказ. Я не собираюсь отказываться от моей мечты, от моего предназначения и от моего будущего, потому что я знаю, кто я и чей я. Я знаю, кто я. И поэтому я могу все в укрепляющем меня Иисусе Христе. Поэтому я должен знать, кто я, перед тем, как я пойму, что я могу делать. Иначе я постоянно буду ждать одобрения со стороны. А что делать, если его не будет? Потому что чем выше вы поднимаетесь, тем меньше людей вам аплодируют, кроме тех, кто уже на небе. Поэтому вам нужно понять одно. Хождение с Богом — это посвящение. И это путь, на котором вам придется найти себя. Когда все вокруг гуляли и развлекались, Давид ухаживал за овцами своего отца. Так он открыл для себя Бога, а затем он открыл самого себя. И это сделало его кем-то особенным, человеком по сердцу Бога. А кем вы можете быть, юноши и девушки? Вспомните Давида. Его собственный отец забыл о его существовании. Он явно был не самым любимым ребенком в семье. Он не был первым в списке. Пророку даже пришлось спросить, «А есть у тебя кто-нибудь еще?» «Ах да, Давид! Но это не может быть он. Он ведь просто пасет овец». Но отец не знал, что пока Давид пас его овец, он стал поклонником Бога. А благодаря тому, что он был Божьим поклонником, он стал Божьим воином. Аминь. Настоящим воином.
Он сражался для Бога. Он убил льва и медведя, потому что он знал, кто он. Пока люди видели пастушка, он был будущим воином, он был будущим царем из-за своих отношений с Иисусом Христом. Библия говорит, что люди, знающие Бога, будут делать великие дела. Скажите, я буду делать великие дела во имя Иисуса. Если бы Давид не смотрел на себя глазами Бога, то остался бы пастушком до конца своих дней. Услышьте меня. Давид мог бы остаться пастушком, Гедеон мог бы остаться в том точиле, и вы также можете застрять в вашем вчерашнем дне, вы можете застрять в своем неправильном воспитании или в проблемах, созданных апартеидом, или же вы можете пережить встречу с Богом и оставить прошлое позади. Иными словами, когда вы находите Иисуса, вы находите свою истинную идентификацию. Когда вы находите Христа, вы находите, кем Бог создал вас. Вы получаете прощение, принятие и оправдание. Вы должны подняться из пепла и стать тем мужчиной и той женщиной, которыми вас хочет видеть сам Бог. О да! Да, вы можете быть белыми, как лилия, но если Бог задумал что-то для вас, это обязательно сбудется. Бог держит будущее в своей руке. Политики не держат. Ваше будущее в своих руках. Прославьте Господа за это. Я отказываюсь повиноваться статистике, просто отказываюсь. Многие хотят, чтобы я извинялся за то, что я белый пастор, и в таких случаях я говорю, я не белый, а розовый. Я не буду извиняться, так что вам придется терпеть это. Ну давайте, ЮАР, прославьте Господа во имя Иисуса Христа. Не я сделал себя розовым, я не откажусь. Я не откажусь от своей судьбы, потому что политики решили, что у розовых нет будущего. Теперь вы рады, что я сказал это, да? Даже если вы родились не в том месте, это вообще не имеет никакого значения. Вообще. Возможно, вы учились при свете свеч, но вы хотя бы вообще учились, в то время как другие играли. Они просто баловались. А вы поступали иначе, и поэтому Бог сделает что-то в вашей жизни. Вы решили, я не буду жертвой, я не буду частью системы, не буду как этот мир, но буду преображаться обновлением ума. Я буду таким, каким меня видит Бог. Скажите «Аминь» во имя Иисуса, и давайте-ка поговорим о том, что пришлось преодолеть Давиду. Чтобы пройти путь от пастуха до царя, во-первых, ему пришлось преодолеть мнение людей. У меня есть новости для вас. У людей есть мнение не только обо мне, но и о вас. Возможно, мой мир больше, и поэтому у большего числа людей есть свое мнение. Но в вашем мире у людей есть мнение о вас, и не всегда хорошее. У меня есть еще одна новость для вас. Хоть вы и нравитесь многим, есть много людей, которым вы не нравитесь. Да? Говорите руке. Одни считают, что вы лучший доктор в ЮАР, а другие нет. Почему? Потому что они завидуют. Второй грех в Библии. Это убийство из-за зависти. Первый грех — это гордыня. Люди не изменились с тех пор. Давиду нужно преодолеть мнение других людей. Во-первых, ему нужно было преодолеть мнение его семьи, его собственного отца. Я был весьма осторожен со своими детьми. Они занимались спортом, я ободрял их в их талантах и дарах.
не заставляя их достичь того, что хотел я. Я пытался помочь им найти себя. Я знал, что нужно мужчине, чтобы быть успешным в жизни. Не просто играть в первой команде по регби. Если вы добились этого, я аплодирую вам и молюсь, чтобы вы использовали свое влияние. Но вам нужно нечто большее. Вам нужен характер и стойкость. Вам нужно не просто попасть в команду. Вам нужен характер и стойкость. Я услышу аминь на это. Давид отлично потрудился. Моего отец не знал об этом. В глазах отца Давид был наименьшим. Он присматривал за овцами. И когда пришел пророк, он, наверное, подумал, «Неужели я не понял Бога?» Он говорит, «Есть ли кто-то еще?» А отец ответил, «Да». Остался еще младший, маленький пастух. Во-вторых, он должен был преодолеть мнение своих братьев. А кто из вас знает, что у наших родственников есть свое мнение о нас? У родни Иисуса было свое мнение о нем. Библия говорит, что как-то мать и братья пришли забрать его, потому что думали, что он сошел с ума. Он называл себя Мессией, Спасителем. Это есть и в Библии. Они пришли и сказали, «Нет, нет, нет». А что сказал им Иисус? «Это не моя мать, братья и сестры, слышащие и исполняющие Слово. Вот моя мать, братья и сестры. Аминь. Даже в Доме Божьем у твоей сестры или брата может быть свое мнение о тебе. Если ты возвышаешься над кругом своих друзей, и Бог благословляет тебя большим, внезапно ты перестаешь им нравиться. А ведь они могли сказать, «Я тоже хочу этого». Если Бог сделал это для него, то сделает это для меня. Если Бог благословил его, то благословит и меня. Давид пошел на поле битвы, чтобы принести еды. Не для того, чтобы сразиться с Голиафом. А брат смотрит на него и говорит, «Зачем ты сюда пришел и на кого ты оставил немногих овец?» А знаете, я каждый день хожу в спортзал. Мне нужно усерднее тренироваться. Итак, я был в зале, и ко мне подошла одна женщина и сказала, «Здравствуй, пастушок. Если мы с вами не знакомы 35 лет, то я не принимаю вот это «Здравствуй, пастушок». Спасибо. Спасибо вам. Просто говорите к моей руке, дамочка. Так, да? Вы думаете, что опустите меня на свой уровень? Да нет же, не опустите, говорите моей руке. И люди не любят меня за это. Я просто ухожу от таких. Спасибо. Просто говори не мне, а моей руке. Здравствуйте. Служительчики, докторчики. Да? Если вы будете поступать так, то я отвечу тем же. У меня сотня компаний. Привет, бизнесменчик. Люди хотят утянуть вас на свой уровень. Людям некомфортно с теми, кто продвинулся куда-то. Это правда. Надеюсь, это не касается вас. Я пытаюсь вам помочь. Надеюсь, вы не из тех, кто говорит «Привет, пастушок». Третье. Давид должен был преодолеть мнение Саула, царя. А в-третьих, это 1 книга Царств, 17 глава, 33 стих. «И сказал Саул Давиду, «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей».
Я скажу еще раз, как бы ни был важен опыт, намного важнее ваши отношения с Богом. Ведь когда Бог приходит в вашу ситуацию, это лишь вопрос времени, и вас ждет повышение. Бог поведет вас туда, куда вы не рассчитывали попасть. Вам не нужно терять себя, подчиняться мнению людей вокруг. Вы можете быть собой. Будьте свободны во Христе. Будьте тем, кем вас хочет видеть Бог. И воскликните наконец-то «Аминь». Кроме того, ему нужно было преодолеть мнение врага, Голиафа. Когда Голиаф посмотрел на него, то начал поносить его. Но Давид не поддался давлению. Он сконцентрировался на Боге и сказал: «Я иду против тебя во имя Господа. Я представляю здесь не себя, а царя царей и Господа Господ. Вот почему я в безопасности. У меня есть будущее и надежда». У всех есть свое мнение. Это не имеет значения. Важно ваше мнение. Не позволяйте мнению других определять, кто вы. Позвольте Божьему мнению определять вас. Не сомневайтесь в себе. Иисус умер за вас. Иисус заплатил цену за вас. В послании к Колоссянам 3 главе 1 стихе Библия говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Вы — чудо Божие». Ефесянам 2 глава, 10 стих, говорит нам: «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Это означает, что, находя Иисуса, вы находите свою настоящую личность. Когда вы узнаете Иисуса, вы узнаете то, кем вас создал Бог. Вы получаете прощение, принятие, оправдание. Обретаете полноту в Нем. Вы знаете, что вас приняли в Нем. Вы знаете, что призваны, что в Нем вы живете, движетесь и существуете. Вы знаете, что благословлены во Христе, что посажены одесную, выше всех начальств и властей, а также мнений людей. Во имя Иисуса, вы знаете, что вы избраны. Я говорю, вы избраны, потому что вы семя Христова. Во Христе вы избраны, назначены, помазаны, призваны быть головой, а не хвостом, во имя Иисуса. Так что воскликните «Аминь». В Нем мы живем и движемся и существуем. О, аллилуйя! Давайте подниматься выше. Аллилуйя! Выше, благодаря той жизни, что мы приняли во Христе Иисусе. Мы не должны позволять словам и мыслям людей определять нас. Если это означает, что вам нужно оставить друзей, то оставьте их. Если это означает, что вам нужно оторваться от контролеров, то оторвитесь от них, от разрушающих отношений. Найдите себя в Боге. И когда люди говорят что-то, не нужно грубить, просто делайте так. Храните свое сердце. Я знаю, кто я и чей я. Я укоренен во Христе. Не в своей культуре, идентичности, быть может, нет. Не в экономике, в словах людей. Я тот, кем меня видит Бог. Я могу рассказать множество историй о людях, на которых другие поставили крест, но которые стали величайшими людьми на земле, а все потому, что каждый, кто достиг чего-то, должен был научиться тому, как выйти за рамки мнений людей, родных, друзей, родственников, братьев и сестер. А сделать это можно лишь тогда, когда вы уверены в нем. Я помню, когда в CRC началось пробуждение. Потом я поехал в Блумфонтейн. Я сказал: первое, что мы сделаем, изменим белую культуру. У каждого было свое мнение. Потом началось молодежное пробуждение. Но в те дни я проповедовал в классическом костюме. Утром и вечером.
не самые лучшие воспоминания, скажу я вам. Представьте себе меня в костюме сейчас. Ты помнишь, да, как это было? Сейчас это была бы роба епископа. Вспоминай, да, вспоминай. Интересно, кто из вас остался бы здесь? Я простой человек. Когда Бог сказал мне о пробуждении, и начала приходить молодежь, многие лидеры церкви начали говорить мне: «Ты оскверняешь Дом Божий. Посмотри, как одеты эти люди. Они приходят в церковь в футболках». Помню, как я впервые проповедовал в футболке. Люди говорили: «Ну, нельзя носить футболку и при этом быть помазанным». Означает ли это, что, посетив уборную, я потерял свое помазание? Не переживайте. Мы любим вас, дорогие зрители. Иисус любит вас. Подписывайтесь на наши соцсети. Пусть Бог благословит вас.